шагов прошло только два из этих семи мостов, и один из них как раз следующий на нашем пути. Сейчас их носит именно Моносово. Раньше назывался Чернышов мост. И здесь рядом находилась загородная усадьба купца Чернышова. Когда мы подойдем к Москве ближе, между его башенками появились заходцепи. У наших них они носят исключительно декоративный характер. Но раньше это была часть разводного механизма. При помощи этих цепей вручную открывали центральный пролет для того, чтобы больше мачтовые корабли могли пройти между башенками. Как моста, где будет проходить сейчас и наш теплоход. Круглая предмостная площадь. Все здания на ней и уходящие в сторону улицы составляют единый архитектурный ансамбль, созданный архитектором Карлом Росси. Поэтому одна из улиц, если посмотреть направо и чуть назад, ее можно немного увидеть, носит имя этого архитектора. Эту улицу